Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». Звезда советского российского кино Елена Проклова 2 сентября отмечала 70-летний юбилей. С этой важной датой актрису поздравил президент страны и множество коллег и поклонников звезды. Надо заметить, что в прежние времена Проклова свои дни рождения отмечала с размахом. На торжества, как правило, приглашалось большое количество гостей. Однако 2 сентября 2023 года стало исключением. По признанию самой артистки, в этот раз она решила остаться практически в одиночестве. Дело в том, что теперь, когда за плечами большой опыт и сделаны соответствующие выводы, Елена Игоревна признается, что многое поняла и осознала. По словам артистки, она наконец-то хочет посвятить жизнь себе, а не мужчине. «Один на один с собой я слушаю музыку дождя, ветра и моря. И со мной никто не слушает эту музыку, нет. И мне иногда до слез бывает одиноко, но только в этой ситуации. Вот это единственное одиночество, о котором я жалею», рассказала в одном из интервью Елена Проклова. Актриса, несмотря на возраст, много работает и имеет финансовую возможность осуществлять свои планы. Недавно она завершила строительство своего дома в Хостинском районе Сочи, что почти в горах, и проводит там свое свободное время. Именно там Проклова отмечала юбилей. По признанию самой актрисы, друзья ей предлагали яхту, чтобы на ней отметить юбилей, и она уже даже начала приглашать друзей, но потом всех обзвонила с извинениями. «Простите, давайте без празднования». И как камень с души. «Не то, чтобы этих людей я видеть не хочу, просто хочу побыть одна», – рассказала Проклова. Свой день рождения Елена Игоревна желает только одного – крепкого здоровья. В январе этого года во время гастролей она травмировала ногу, которая долго заживала. Сейчас самочувствие Прокловой более-менее хорошее. И, конечно, не исключено, что к имениннице прилетали из Москвы обе ее дочки – Арина и Полина – и экс-супруг Андрей Тришин, который помогал ей строить дом. А уже после того, как актриса отметила юбилей, она отправилась на отдых. А куда и в какой компании, Проклова умолчала. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!